Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк. Для умных и свободных. Купила вот облепиху, буду сейчас замораживать. У меня дети очень любят. Дети — это Вовка, вот он пьет облепиховую водичку. Покажи. Я напился, что-то сильно кишит. Да. Ну ничего, чуть-чуть попил, уже хорошо. Клим целый стакан выпил, да? Вон зубы желтые даже. У нас сегодня, смотрите, дождь, холодно на улице. В общем, самый раз нам погодка. Мы сидим дома. Мартуся в куколки играет. Вот. Это ее любимые куколки, которые все-все уже лохматые. Не говоря уже, эти уже потеряли одежду свою. Вон ботинки разные. Баба Галя от огорода освободилась и пришла к нам в гости. Вот моет кукол. Вот не наигралась явно. Вот ты в детстве в куклы. Я шапку не могу снять, там на этой на кукле постираю. Одежи вот постирала. Одежи. Какие одежи? Одежду. Ну, одежи. Одежи. Марта, уронишь дыньку аккуратно. Сейчас будем кушать попозже дыньку. Что-то там нашла. Покушаешь потом, хорошо дам? Всех помыла. Вот этих тоже надо еще причесать. Я в детстве помню, целый день причесывала таких кукол. И они потом опять лохматыми становились. Ну, потому что ты... Потому что волос не живой. Вот когда не живой, это как обесцвеченный волос. Он тоже не живой. И вот его чеши, чеши, он все равно пышный. Не, ну быстро пить не надо, главное выпей свой смузи от тяжелых металлов. До конца. Вот это климопорция. Каждый день он у нас пьет. Ну, не у нас, а когда мама дома. Молодец. Идем, Антон, тут, пожалуйста. Что, так и не одел, да? А, вот ты. Вов, ты что такой упрямый, а? Ну, у тебя такой классный дождевик, блин. Мне бы такой дождевик. Я бы с удовольствием носила, и папа бы. Я мечтаю о дождевике. Ага, там реально лицо нарисовано. Ну-ка, пока. Очень красиво. Вовка, не верю, что ты сам. Так ты, конечно, нет, нам лицо расстрасили. Ага. Вов, очень красиво. Мне кажется, наоборот, у тебя самый... А, вот. Глаз, рот. Да, яс. У тебя самый красивый. Бабуля хочет уговорить Вову, чтобы он спал на розовой постели. Мы тут уговорить не можем его желтый дождевик одеть. И зеленую кофту с динозавром он тоже не хочет. Зеленую кофту? Да. Зеленую? Ну... зеленую. Халка, Вов, что ли? С динозавром он не хочет. Нет, другую говорит, я не люблю динозавров. А Халка не хочет, она холодная, говорит. А все-таки уже и Халка не хочет. Ну, потому что холодно же в ней, оно там гладкий такой материал. Вовка дождался свой любимый салатик, да? Ну что, шута? Нет. И картошечку, пожалуйста, Вов. У Клима картошка с перцем в черном. Заказ? Наш заказ курьером уже готовится и скоро будет доставлен, да? Курьером готовится, а не курьером. Красный лук? Да. Все, молодец. Сейчас попробуешь, ты нормально Климу такой же сделал? Ну, конечно, нормально, чтобы было ненормально. Ты картошечки добавила? Да. Салат добавила? Только как все это закрыть теперь? Кого? Все, я могу включать. Ты еще котлетку она хочет. Хлеб не съела, котлетку съела. Сейчас дам тебе еще котлетку. Заворачивать не знаешь как. Личная проблема. Вообще, по идее, как бы... Дай я заверну. Ой. Просто при раскладке надо учитывать. Смотри, при раскладке вот сюда вот выкладывают, с краю. И потом вот так заворачивают. Угу. Что ты хочешь? Включить тебе воду? Да. Ты хочешь помыть руки, что ли? Да. Ну нормально, говори, дай помыть руки. Не надо с рук брать, укуси и все, отпусти. Что ты такой, блин?
Буду. Буду вкуснее. Угу. Потому что буду и все остальное. Вкусно? Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Климасик, что, угодила? Да, очень вкусно, очень-очень. Не очень вкусно, очень-при-очень вкусно. На паузу поставь. Марта, вот там тебе остро. На, вот, кушай. Посмотри. Я тебе расскажу ингредиенты этого вкусного очень лаваша. Угу. Жареная картошечка. Котлетка веганская. Ну зачем разбираешь? Ага. Вот ты странный, Клим, а потом же невкусно будет. Морковь. Капуста. Помидор. Капуста. Соус. Соус. Очень вкусный. И сорта вон повалилась. Спокойнее. Марта и тут, и там успеет. И нашим, и вашим. Угу. Она только что тут укусила. Да-да-да. Мечтаю, чтобы в этот раз укусил и попалась, да, котлета? А ее нет, нет. Сейчас пройдет. Жу-жу-жу-жу. На. А что, мужик? Дуй! Машина. Вот я. Давай ручку. Папе, давай папе ручку. Папе. Мы когда с дедом в теннис играли, он с ним поначалу, я промахивалась, да ничего. А потом, когда поиграли еще немножко, и он... Перестань промахиваться, давай быстрее, ну Клим. Ага. Марта, не ходи. Терпения у него уже не хватает. Когда сильно долго промахиваешься, терпения не хватает. Короче, мы просидели дома весь день, протюленили. Теперь вот вышли на улицу. Я говорю, что вот хочется оторваться от экрана и детей оторвать. Подышать свежим воздухом и поиграть в теннис. Пакетом закрыли. Дима, друг вчера разбил стекло у соседей. Плохо. Хорошо, что Клима рядом не было. Так бы его виновны. Да, первое подозрение бы на Клима сразу. Смотри, что творит, а? Так, маленькая. Хулиганочка, а ты куда идешь? Ну, смотри, какая лужа. Ну, зачем ты ее так... Ты что, там глубокая лужа? А я бы зашел бы. Что Дима ее в Жуковский отвезет. То есть через это... Продвинуть можно, да? Да. Дешевле можно купить. Вовка! Климасик, давай! Я, между прочим, тоже хочу играть. Давай кон ты, кон я с папой. Серьезно, что ли? Да. Ты что, играть умеешь? Конечно. Ну, покажи. Давай, поснимай. Давай. Говорит, играть умеешь. Ну-ка, мама. Нифига себе. Ничего себе. А что ты делаешь? Я хорошо играю. А что мы тебя с собой не зовем так? Куда? Наверх. По парам. Ясно? Давай, не разыгралась, будь послабже. Ну-ка, Вовка теперь покажет профессионализм. Ой, молодец. Опа, почти попал. О, Вовка выбил. А нет, вспомнили все масла? Старые игры. Дед масла, вытащил массу и осыки. Не знаю, может... Кто-то даже не знает такую игру. Вау! Это мой. Клин! Это мой. Вот робот. Как? Все, вот так вот. То есть надо по два на ком ставили, например. Я думаю, что это за ленточка? Ой-ой-ой. Вот так сделаем. Че ты как себя чувствуешь? Мама, пойдем! Куда ты собралась, Петрёша? Молодцы! Вот увидела свои косички, наконец-то. Ой, ну, принцесса.
Вот бы мне в детстве такие косички. У меня никогда не было ни своих, ни чужих. Я, знаешь, в детстве колготки одевала на голову. И это были мои косички. Все, домой идем? Уже бай пора. Пошли домой.